Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Bioshock первую. Так, где мы? Где мы? Вот я слышу, что где-то кто-то булькает. Ай-яй-яй-яй. Блин, вот туда как-то можно же попасть. Спокойно. О, ох ты. У меня где-то штука есть такая. Нет, нет. Где ты, падла? На. В решето его. Да. Их, значит, две. С разных сторон. Давай, давай, давай. Вот так вот. Неудачник. Два раза. Ладно. От одного избавились. Хотя нет, вот так вот. Я купил лес. Паразиты утверждали, будто это Божья земля. Ого. Требовали, чтобы я там тихо встать, чтобы бездельники могли валяться в тенечке под кровью, да, и воображать себя в раю. Спокойно. Когда Конгресс попытался национализировать мой лес, сейчас я сжег его дотла. Попробуем это обезвредить. Господь взрастил Арканию. Это я. Нифига себе это. А вот автозлом. Так. Это что-то машина отключать. Это машина отключать. Ай-яй-яй. О. Где он это? Еще что? Все? Ладно. Неплохо, неплохо, неплохо. Так. Твою ж то мать-то. Ладно, есть у меня одна идея. Так, ты пока меня не трогаешь. Так. Маша подняла крик. Мама, мама, что это такое? Я думала, у нее припадок. Но затем поняла. Деревья, деревья. Никогда раньше их не видели. Решили, что это чудовище. О, Сэмми, не надо было нам сюда приходить. Так, мне интересно, что будет, если вот так вот? Получается, ладно. Так. Обыщем. Ой-ой-ой-ой. Ходишь, значит. Ждешь девочку? Это которую я спас или другая? Вот так вот он вызывает, да, их? Не уходите, мистер Би! Я чувствую что-то гадкое! Ага, надо спасать девочку-то. Так, во мне бронебойный-то. Спасибо, мистер Бабов. Так, взрывающая картечь. Электрическая картечь. Так. О, револьверный. Сны, бронебойный. Это девочка-паук. Все, все, сейчас начнем. Мальчик-паук.
давай. Шоколад, конечно. Да. Спокойно. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Блин, а где я возражусь-то? Пора идти, мистер Би. Ага, все понятно. Ничего страшного. Ничего страшного, это недалеко. Вот мы. Снова за углом. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Я тебя просто вылечу и все на этом. Живи. Спасибо. Спасибо. Так. Это, наверное, единственная игра, где не убивают так уж прямо. Так, ты мне пригодилась, молодец. Ага, что-то было. Может, там наверху что-то даже и есть. Пора спать, мистер Би. Пора спать. Ты обратно залезла в свою канаву-то? Ну, а тут как? О, две из двух. Ага. Там я не был. Так, ладно. Давайте ради интереса глянем, что там. Чтоб не было нам стыдно потом. Так, сохранимся сейчас. И глянем. Так, это куда нам? Нет, не сюда. Сюда? Сюда? Тихо, 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 тихо. Да, тихо ты, беги. Беги, беги. Где-то что-то. Электрически на тебя что-то раз. У нас картечь вам нехило. Да. Теперь здесь разберемся с тобой. Вот так. Так. Собрали. Слушаем. Грегори, не надо мне жаловаться на сегодня. И не жди, что я стану карать граждан за их инициативность. Если тебе не по душе то, чем занят сам ты, что ж, попробуй сам предложить что-нибудь получше. Хорошо. Попробуй сам что-нибудь предложить получше. Так, что мы имеем? Денежки, денежки. Денежки, денежки. Вот посюда. Потом надо пройти. Ладно? Оставим это. Сломанный торговый аппарат. Ну. Перезаряжаем, перезаряжаем. Кстати, неплохо, что я дробовик прокачал.
Кошка. Блин, жалко кошку. Новые припасы. Так. Бронебойные патроны. 40. Противопехотные. 35. Ну и вот этих патронов для автомата. Все вроде, да? Может, тут ничего нет? Ничего не замечено. Трудно поверить, как многое изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, почти не узнать. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился? Невинный? Если они захотели защищать Восторг, значит, приняли сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невиновных тут нет. Только герои и преступники. Так, я что-то недопонимаю. Тут что, что-то еще есть? Нет, так не пойдет. Башкой своей, да? Не пролазит. Да. Вот так. Гранина. Все, теперь мы хоть не зря сходили. Так, у нас еще... Туда я не знаю, как попасть пока. Видимо, в дальнейшем как-то. Потому что никакой норы я не вижу, чтобы туда зайти можно было. Так что? Так, робот отключить. Отключение роботов. Рози. Кстати, а если Рози сфотографирует дохлого? Ага, дохлого он не интересен. Спокойно. Слышу, где ты? Это что, барабаны? Джуманджи начались, что ли? Идет сохранение, пожалуйста, не выключайте компьютер, конечно. Да. Кофе. Что здесь? Ничего не валяется? Так, надо взломать. Ну давай попробуем взломать. Так. Так. Одна так и одна вот так. Ну давай посмотрим, что ты мне предлагаешь. Револьвер, не патроны, картечь по-любому. Так, револьверных патронов, ну давай возьмем патроны для автомата. У меня пока есть напалм, электрическая картечь, мина, реагирующая на движение. Давай, я правда не знаю, где они у меня будут храниться. Так, электрическая картечь. Давай возьмем. Осколочная граната. У вас есть 9 из 12. Патроны для автомата. Так. Картечь. Так. Ну и вот так. С
все. Не будем транжирить деньги. Хопа. Теперь я ковбой Мальборо. Что тут? Вы получили хлорофилл. Что еще вам, сатурнийцам, надо? Оставьте меня в покое, или я открою огонь. Трудно поверить, как много изменилось с тех пор, как я ушла от доктора Штайнмана. Восторг так изменился, его почти не узнать. Приходит, похоже, здесь потом отстреливаться буду. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными. Сначала, что мне надо сделать? Людьми. Он возмутился, невинный? Теперь выбраться из города можно только с помощью Райана. Понятно. Так что никаких невиновных тут нет, только герои и преступники. Не ладно. Ты должен меня выслушать. Я, конечно, никакой не ботаник, но, по-моему, Райан погубил Аркадию. Он распылил в воздухе какую-то дрянь. Дно океана, парень. Весь кислород дают деревья. Нет деревьев, нет кислорода. Мне надо подумать. Так. Подружка Райана в Аркадии. Это дамочка по имени Лэнгфорд. В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Мои деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Что? Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Смотри, Коди. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Это был наш дом! Городе! Так, неплохо. Спокойно, спокойно. Еще. Иди сюда немедленно. Хватит тратить мое время. Давай. Надеюсь, было весело. Давай. Что ты мне еще предложишь? Так ты тоже подох. Какая прелесть. Мне это нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас из этой розы гоняться. Донна Роза. Кислород на критическом уровне. Начат процесс герметизации. Все шлюзы закрыты. Мне надо еще успеть. Я скрываюсь от места. Чтобы никого не выпустить в случае тревоги. Либо мы вернем эти деревья, либо ты останешься тут насовсем. Ай-яй-яй-яй-яй. А, вот, вот, как туда попасть, да, теперь можно? До этого... Ой, нет, стоять. Подождите. Не спешите вы так. Где ты? Не вижу. Не вижу. Он отрава! Убейте его! Отрава! Убейте его! Паразита! Ай-яй-яй. Еще? Ну и где ты? Они убегают! Ловите скорее! Ты даже бежишь, как девка! Это мне так подобает! Тихо! Давай. Я прибыток соберу. Соберу. Тихо. Правила. Правила нужны для того, чтобы их нарушать. Правила. И вы об этом знаете. Ну что, никто не может тут убраться. Вымойтесь. Отойди от моих... Да!
Успеха, новый физический тоник, маскировка. Ваши враги установили камеры слежения и турели там, куда необходимо попасть с помощью маскировки безопасности. Вы можете изменить температуру кожного покрова, обманув камеры и турели, замедлив их срабатывание. Ой, даже не знаю. Давай-ка. Да сюда, наверное. Где вы? Так, я же там был. Ну, кстати, хорошо, что я там был. А, вот они, розы там. Так, это я взял. Токсичный! Грязный! Ты все испортишь! Все! Тихо. Не вижу. Кто по мне хреначил-то? Где вы, падла? Я надеялся. Я, конечно же, надеялся на лучше. Ой. Давай. Давай, мой хорошенький. Пойдем на выход. Мутант. Как вот своевременно я тут все вырубил. Пойдем. Путь расчистил. Ну разве он не хороший? Молодец. Мне теперь надо свалить отсюда побыстрее. Перед этим я хочу сходить вот сюда. Сохраняемся и идем смотреть. Ой, что у нас там? Здесь главное, хотя нет, вот так вот, наверное. Где вы? Вау. Спокойно. Пей маленькими дозами, пока ты хлещешь. Так. Так. Что еще тут можно? Что-то я не понимаю. Я вино хлещу, у меня что, ева уменьшается? Или что, здоровье прибавляется, ева уменьшается? Не понимаю. Страшно. Хренада. Беги, как девчонка. Что-то ты сдал. Патроны для автомата, вот так. Символы, значки. Ну что ж, здесь мы побывали. Теперь уходим. Нас ждут.
нас ждут. Я тебе дам, ха-ха. Ты принес Розу Галику? Конечно. Ну, чего же ты ждешь? Письменного приглашения? Посылаю ее по пневмотрубе. Получите. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, и я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Ух ты, можно оригинальный генетик. Хакер-эксперт от компании Суперхакер включает сигналы тревоги и помогает избежать перегрузки, это необходимо. Нет. Все, хранить банки. У меня уже потому что... Нет, надо опять копить. Невмотруба. Что тут еще не разорили у тебя? Баллоны. Ключ доступа в лабораторию. Я тут везде подключала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Ой. Ой. Свежо предание, довериться с трудом. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам, Адам, Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого выйдет. Так. Что из этого выйдет? Эй, ты, взламываем. И начать. Ой, я. Ничего себе. Так, это сюда. Сюда. Где ты? Вот так вот. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Ни хрена себе. Хороший квест. А чё вода так быстро бежит? Так, автовзломщик. Это, а чё у меня? А зачем мне автовзломщик-то? Я был бронированный, почему взял? Ой, ой. Обратный отчёт какой-то идёт. Какой-то обратный отчёт идёт. Ладно, смотрю. Это не то, что мы искали. Опа, веб-камера. Отключить. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующей серии. Пока!